Вены постепенно деформируются и слабеют. В любой момент они могут лопнуть. В этом случае происходит неожиданное интенсивное внутреннее кровотечение. Кровь быстро скапливается в желудке. Развивается геморрагический шок, что требует немедленных реанимационных мероприятий. Береги себя. Я был приглашен в качестве эксперта Государственной Думы по антиалкогольным вопросам. А в Думе есть комитет по экономической политике, есть подкомитет по алкогольной политике. Когда я туда пришел, я ахнул. Практически все до единого члена этого комитета – это владельцы пивных, водочных, винных заводов. Во всем мире на пушечный выстрел алкогольный капитал не подпускают к формированию алкогольной политики. На пушечный выстрел. Они кричат, нужна народу хорошая водка, народу нужно хорошее вино, хорошее пиво, а вот плохое вино и так далее. Хорошее пиво, хорошее вино и хорошая водка – это шелковая хорошая веревочка, на которой повесили человека. Можно человека на кальсонах повесить, неприятно. А вот на шелковой веревочке, ох, как хорошо, мы его повесим. Письмо с сайта trez.com. Пьянка была для меня, по сути, дверкой ко многим грехам. Мордобой, паразитизм, измены, ругань. И первой пропивалась совесть. Отсюда первый шаг. Признать, что мы потеряли контроль над собой. И на себя, на силу воли. Надеяться бессмысленно. Только с Божьей помощью побеждаются мощные страсти. И борьба может длиться долго, часто месяцы. Евгений Проклов, сайт trez.com. Метод, который мы изучаем в течение 9 дней, этот метод как раз творческий. То есть он не просто научный метод. Он метод научный в православном видении. Мы так его и позиционируем. Метод Павлова-Шучко в православном видении. То есть мы показываем человеку, что, во-первых, работа, борьба с зависимостью. И алкоголизм является очень такими жесткими, на мой взгляд, уроками для личности человека, для его души.
Или человек проходит этот круг и выходит на более высокий уровень своего развития, своего бытия, или он деградирует. Третьего не дано. Но чтобы выйти на этот высокий уровень, надо действительно очень серьезные изменения произвести в себе на уровне. Семинар с учителями по алкогольной проблеме. И предложили выступить в селе Безводное перед школьниками. Приезжаем в это село. Огромное старинное русское село. Огромный храм в селе. Огромная двухэтажная школа. Я говорю, вы соберите только старшие классы. Будет очень серьезный разговор с молодежью об этих проблемах. Хорошо, Владимир Георгиевич, соберем старшие классы. Собрали старшие классы. 8, 9, 10, 11. Закупоривают микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются. При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье десятки тысяч. Мертвые клетки мозга выводятся с мочой на следующий день. Береги себя. Еще письмо из нашей почты. Меня, в принципе, не тянет пить. Просто остановиться не могу, когда пью. А так вроде проблем с этим нету. Отца при выходе из запоя пару раз приступы эпилепсии хватали. Вот этого я боюсь очень. Может, кто подскажет, попробовать закодироваться, стоит или нет. Игорь, сайт tres.com. В основе лежит этих методик страх. Страх. Даже расписку пишут. Вот если я нарушу там код или еще что-то, то у меня будет паралич, то-се. Но человек вот боится, как бы не нарушил.
ждет времени, когда кончится его там кодировка или еще что-то такое. И потом отрывается по полной. Отрывается по полной, потому что поведенческая программа у него осталась прежней. И только страх останавливает его от употребления алкоголя. Вот это нейроны, в которые заносится та или иная ложная информация. Алкоголь согревает, алкоголь веселит, алкоголь помогает каким-то связям. Нейроны связаны аксонами между собой. И вот эта вот поведенческая программа есть зависимость. Зависимость человека от табака, алкоголя, неважно чего. Что делаем мы? Что делаем мы? Мы даем человеку информацию, правдивую информацию, скажем о том, что алкоголь не согревает. И вся эта вся в клеточке эта информация пропадает. Пропадает, рвется вот эта связь. Рвется. Нечего передавать дальше. И если мы все эти связи порвем, то мы порвем поведенческую программу. Уничтожим зависимость человека от алкоголя. Уничтожим. Мы проект большой закончили в компании. Ну и, конечно, отметили это, премию дали. Еще и за это выпили. Дальше все как в тумане. Домой пошел, ребята какие-то стояли на улице. Быстро все произошло. И удар-то не сильный был. Он упал, и все. На суде сказали убийство. Я даже не знаю, из-за чего драка началась. В России 80% убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения. Береги себя. Мало просто уничтожить зависимость, мало просто уничтожить поведенческую программу. Надо создать новую программу. Новую программу по сознательному неупотреблению алкоголя и табака. Значит, для этого надо занести сюда новые данные, правдивые данные о табаке и алкоголе. Вот наши с вами два полушария мозга соединены таким элементом, называется мозолистое тело. Пока человек трезв, не употребляет алкоголь, наркотик, табак, импульсы проходят свободно из одного полушария в другое. Но стоит человеку употребить самую маленькую дозу яда, алкогольного, табачного, превращается в непроходимый фильтр. И импульс не может пройти из одного полушария в другое. В чем опасность? В этом полушарии возникают эмоции, а в этом действуют вот эти самые поведенческие программы. То есть человек утром встает после пьянки, простите за выражение, и говорит, чтобы я когда-нибудь еще взял эту рюмку в рот, клянется, но его благородный импульс не может пройти вот через мозолистое тело и поменять поведенческую программу. Не может. Он вот сюда, как пав свисток. А надо сюда. И вот здесь Геннадий Андреевич придумал великолепный выход. Геннадий Андреевич Шичко. Это его изобретение. Вот азбука для слепых, возможно, знаете, азбука для слепых. Такие точечки. Человек проводит по ним пальцем. Возникают электрические импульсы, которые проходят в мозг. Буква складывается в слова, слова, предложения, человек читает. И вот Геннадий Андреевич предложил, а нельзя ли записать? Скажем, такой импульс послать. Завтра у меня будет трезвый день. Вот человек пишет перед сном. Завтра у меня будет трезвый день. И этот импульс попадает вот сюда, в левый полушарий. Я видел людей, которые после 9 лекций полностью избавлялись от подобной зависимости и чувствовали прекрасно, и обрели настоящую свободу. Меняется полностью сознание. Для меня это, если честно сказать, просто поразительно на то, как меняется мировидение, я бы сказал. Ты понимаешь, что ты отвечаешь, ты становишься человеком, который сам начинает отвечать за свою судьбу. Это, на мой взгляд, один из самых главных результатов вот этого метода. В основе лежит все-таки метод Шичко, и в основе лежит православный опыт, накопленный человечеством. Вот что лежит в основе. А моя задача была как-то соединить вот эти два момента в виде лекций, в виде конкретных заданий, которые я даю своим слушателям. Они пишут дневники, так называемые, ночью перед сном работают, пишут самоутверждения, посылают модулированные импульсы
в одной из полушарий своего мозга. И та информация, которая была ложной, она вытесняется и заменяется информацией правдивой. Человек меняет свою поведенческую программу, восстанавливает поврежденное грехом сознание. Никогда не происходит выздоровление, исцеление без боли, без труда. И это очень близко и родственно евангельскому взгляду на жизнь. Мы воцерковляемся, приходим к Богу, становимся христианами только через... Я свет, а вы не видите меня. Я путь, а вы не следуете за мной. Я истина, а вы не верите мне. Я жизнь, а вы не ищете меня. Я учитель, а вы не слушаете меня. Я Господь, а вы не повинуетесь мне. Я ваш Бог, а вы не молитесь мне.
Я ваш лучший друг, а вы не любите меня. И если вы несчастны, то не вините меня. Yeah.